1991 год объявлен ЮНЕСКО годом русской культуры и годом Моцарта. Посему, наряду с рассказом о творчестве Аксакова, Булгакова, Мандельштама и Прокофьева, Радио России в течение этого года не раз будет посвящать свои передачи творчеству великого австрийского композитора. Сегодня первый из них – «Зачин». В нем принимает участие композитор Александра Николаевна Пахмутова. Моцарт – это явление совершенно особенное. Есть композиторы и художники национальные, которые прекрасны и прекрасны вот в рамках своей нации, в рамках своего народа, и, может быть, понятны более всего своему народу. Но есть гении, которые рождены для всего мира, хотя они тоже дети своего народа, дети своей матери, и это понятно. Вот Моцарт – это радость всего мира, это утешение и гордость всего мира. Вы знаете, у него удивительная музыка, но сказать это ничего не говорящие слова. Моцарт удивителен, но это как бог, посетивший землю. Вы знаете, мне посчастливилось бывать в Зальцбурге, в его доме, поиграть на его стареньком инструменте. Причем я волновалась, думала, что играть. И наиграла просто несколько его бессмертных мелодий. Но все мы знаем историю с возможным отравлением Моцарта, отравлением его Сальери. Ну, Сальери был выдающийся музыкант, хороший композитор, прекрасный теоретик. Я не думаю, что буквально Сальери отравил Моцарта. Я думаю, что Моцарт, возможно, это было случайное какое-то отравление, но он умер. Умер от того, что его хрупкое, обычное человеческое тело было не в состоянии справиться с вот этим океаном вот этого гениального божеского дара. Он физически просто не мог с этим справиться. Он много работал. И, наверное, может быть, это не очень умно, то, что я думаю. Но я думаю, что он просто умер от того, что он много работал, он был перегружен. А вот этот дар не давал ему жить спокойно. Читая того же Пушкина, мы ловим себя на таком впечатлении. Якобы Моцарту все необыкновенно легко давалось, мелодии приходили к нему от Бога, и все это не составляло никакого труда. Вы помните всю эту знаменитую сцену со старым скрипачом? Старый скрипач, Сальери и Моцарт. Все как будто играючи. Правильно. Это Пушкин был прав. Пушкин никогда не говорил неправды. Пушкин был прав. Да, это было легко, потому что Моцарт был гений. Но мы слышали одну мелодию, а к нему приходили тысячи. И для того, чтобы справиться с этим, все равно нужно было по-старинному, как тогда, так и сейчас. Надо было разлиновать бумагу и все это записывать. Это тяжелый труд. Вот, поэтому он не был освобожден. Просто он долго, мучительно не высиживал музыку, как средний. Вот не высиживал, как, кстати, тот же Сальери, которому это доставалось большим трудом, и который был, опять же, по Пушкину, который был обижен на судьбу, что вот Моцарту вот так легко, а вот ему так... Ну что же, есть маленькая несправедливость и высшая, так сказать, Божья справедливость. Моцарт был гением. Но зато вот этот странный факт его отравления Сальери воспламенил сердце другого гения, нашего гения, Александра Сергеевича Пушкина, который написал вот свою гениальную вот миниатюрную трагедию «Моцарт и Сальери». И во всем мире, во всем культурном мире появилась вот эта категория «гений и злодейство, вещи несовместные». Возвращаясь к Моцарту, хочу сказать, что я думаю, что все человечество, и мы виноваты перед Моцартом, очень виноваты. Потому что стыдно сказать, когда часто мы, современные композиторы, просто музыкальные люди, которые не могут идти ни в какое сравнение вот с мировыми гениями, даже часто самый обыкновенный композитор обижается, что какое-то его произведение не исполняется. А что же делаем мы все, когда из симфонии Моцарта более чем 40 симфоний исполняется, ну, наверное, 5 или 6, во всяком случае, у нас в стране, не больше. То есть, когда его творения звучат в таком малом объеме, я считаю, что это непростительно. И, наверное, пора было по-настоящему, без слов, а на деле сыграть всего Моцарта.
когда мы восхищаемся уже известными каждому маленькому мальчишке, просто музыкально неразвитому человеку, когда известны мелодии Моцарта, откуда мы знаем, а может быть, в том, чем мы не интересуемся, есть еще более гениальные мелодии, еще более гениальные сочинения. Поэтому я хочу сказать, что Моцарт вечен, и что нужно, чтобы он чаще звучал. И когда мы справедливо и банально говорим об очищении, о возрождении, то я думаю, что вот такая музыка, поскольку музыка не нуждается в переводе, она сильнее молитвы. И вот такая музыка сейчас необходима более, чем когда бы то ни было.